Когда-то, где-то лет 10 назад, меня очень сильно смотивировала вот эта формула. Я когда ее увидела, я просто... Для меня это был принцип жизни. Смысл ее такой: если ты каждый день делаешь чуть больше усилий на 1/100, да, процента, больше усилий, например, тебе нужно что-то сделать, там, решить 10 задач, а ты решил 11 задач. Тебе нужно было там 10 раз потянуть, а ты сделал 11 раз. Ты там в сторис что-то должен был выложить, ты сделал чуть больше, там обзвонил людей чуть больше и так далее. Если это взять в 365 дней, то ты получаешь такой результат. А если ты, в принципе, делаешь тоже так же, все хорошо, но чуть-чуть не доделаешь, буквально вместо 10 приседаний сделал 9, вместо там 9 постов в месяц сделал 7, да? И каждый раз так вроде как будто делаешь, и в то же время чуть-чуть не доделываешь, то в 365 дней это получается твой результат даже не единица. Понимаете, разница в чем? То есть маленькое усилие каждый день стабильно, четко, системно дает тебе колоссальный результат. И вот к этому надо стремиться, обращение и к подросткам, и к взрослым. Да? Это же тоже привычка, кстати. Каждый раз, когда у тебя есть возможность что-то сделать, делать чуть-чуть больше усилий. И ты просто супер инвестируешь в свое развитие, в себя.